Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. А сейчас я быстренько по видео пройдемся, посмотрим. Мы были на юбилее, у Лирочки был юбилей. Какие цветы, это орхидеи. Они не просто, они еще и переливаются. Вон. Посмотрите, какие орхидейки, и мы к ней идем. Олежек, всем привет нашим. Так, идемте, будут в ресторане. Мы в ресторан. А что? А я не знаю. Что надо? Так, итак, мы зашли в ресторан. В ресторане нас встретила сразу же, конечно же, Лерочка. Светлая, красивая, умная. Вот она, наша юбилярка, которой уже не 21, а 22, дорогие девчоночки. Вот такая вот она у нас красавица. И мы ей вручили подарок, орхидеи и еще кое-что. Так, вот она все. Молодец. Ну и стол. Стол был потрясающий. А вот Яковлевна, вот эта Екатерина Яковлевна, она как раз возле нас. Екатерина Яковлевна была рядом с нами. Дальше. Дальше, дорогие мои. Ну, дальше, как обычно, танцы. Хочу показать вам, как Лерочка выдавала. Как она выдавала. Это нечто потрясающее. Сейчас увидите. Вот, это Яковлевна, Екатерина Яковлевна. Это моя наставница, она меня учит. Это вся наша дача, кстати. Вот девочка, которая сейчас поцеловала сыночка, Александра, вот эта, с длинными волосами. Эта девочка тоже у нас на даче. Она 2 года назад купила дом на 10-й улице. Вот она. Она поет изумительно. Вот ее сыночек. И она будет петь. Вот это сестры вот в полосатом, Лерочкины родные. А вот Лерочка выдает возле сестренок. Оп-оп. А вот эти две девчонки, вот блондинка и кудряшка вот это с Лерой, слева и справа, это с ее работы, с Лерочкиной. Оп, вот так вот. Это ее сотрудники, сотрудницы. Вот. Вот она выдает. Здесь у нас танцы, танцы. Жалко, что музыку нельзя. Музыка была настолько зажигательная. И посмотрите, как Лерочка сейчас будет. И Екатерина Яковлевна вовсю, вовсю выдавала. Посмотрите, как Лерочка зажигает. Оп, оп. Это нечто потрясающее просто. Это не Лера, это чудо. Чудо. Как я ее люблю. Вот у меня подружечка. Это зажигалочка. А вы что думаете? Вот так вот. Детей она любит, конечно. А вон на заднем плане ее сестричка, вон тоже очень веселая. Две сестрички родные ее тут были. Вот. Вот так вот мы проводили этот день. Это она, вот сестра. Вот это Лерина родная сестра. Вот они танцуют вместе, видите? Это они мне и вам воздушные поцелуи интернет-семье выдают. Лерочка расплакалась, растрогалась, потому что столько людей пришли ее поздравлять, что, ну, конечно же, танец. Вообще, Лера, она когда-то занималась танцами, я вам честно скажу. Поэтому она, оп, шпагат, и все, что хотите. Ну, юбилей, девчата, юбилей. Посмотрите, как она заводит всех. Настолько заводная. Вот так, как хотите. Это нечто потрясающее, просто. Нечто потрясающее. Жалко, нельзя сопровождение с музыки. С музыкой танцует классно. А там же еще музыка соответствующая. Вот если без музыки смотришь и действительно радуешься, глаз радуется. А представьте, как с музыкой. Там и цыганочка у нас, и Одесса, и Хава Нагия. Вот она всем вам, интернет-семья, она вам всем передает приветик. Вот, и дальше танцует. Вот ее сестричка, сестра родная. Оп, все, захватила. Вот это ее, тоже, по-моему, сестричка, насколько я знаю. По-моему, тоже это ее сестричка. Вот, и вот они вместе. Так, дальше. Дальше Екатерина Яковлевна, вот она, выдает. Тоже танцевала хорошо. А вот это тоже с нашей дачи. А это Илоночка, вот в белой кофточке. Это сестричка, сейчас я ее покажу. Вот, сейчас. Это сестра, вот, кстати, нет.
Сейчас, 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 вот. Нет, не тут. Ну, вот она, сейчас она будет. О, вот это, вот сбоку, вот тут. Немножко я ее. Чуть-чуть подвину. Так, это Екатерина Яковлевна, вы уже ее знаете. Так, это с нашей дачи, девочка. А вот это Илона, вот она танцует. Вот, их жалко, ее не видно, да, не видно. Ладно, вот эта блондиночка с самого краешку, вот ее наполовинку видно. Это родная сестра Лериного мужа, Лериного супруга Кости. Ее зовут Илона, и она полковник, полковник милиции, вот эта девочка, вот она, красавица. Но я ее особо не снимала, чтобы не светить нашу тоже подружечку. Дальше пошли. Вот эта девочка Александра, она у нас с дачи. Подружечка. А вот это в синем в свитере, как у меня свитерок. Вот, видите, вот. Вот это тоже девочка с нашей дачи. Я же говорю, у нас дачное садовое товарищество настолько сплоченное, что мы встречаемся и на юбилеях, на днях рождениях, и вообще. Ну, тут каждый уже выступает, каждый уже выступает, каждый. А, и я решила показать цветы. Давайте посмотрим цветы, какие были подарены для Лерочки. Давайте глянем, что там было. Вот, Илоночка, оп-оп-оп, выдает. Как она танцевала, классно. Молодец. Так, сейчас я буду показывать цветы. Какие цветы? Цветы бесподобные были. Так, может быть, чуть-чуть. Нет, уберу все-таки музыку, потому что вот, не дадут потом показать все остальное. Цветы, посмотрите, какие цветы ли. Это все живые цветы. Вот это розы. Посмотрите, какие розы. Зима, конец января. Вот такие шикарные розы. Весь вот это мы орхидеи подарили, вот эти букет с орхидеями. Это мы подарили. Вот эту орхидейку тоже кто-то подарил. Кстати, очень правильно. Вот эти розы какие. А это гвоздички. Вот, дальше пошли. Дальше пошли. Вот розы изумительные. Сейчас еще покажу, какие розы были. Вот такие вот были розы. Так, ну это мой букет. Он мне покоя не дает. Вот это вот цветы тоже какие-то вообще суперские. Они похожи на розы, но они маленькие. Вот эти вот хорошие цветы, тоже розы красные, алые. Ну, вот эти вот я уже показывала розочки. Дальше вот эти нежные-нежные, нежные-нежные. А вот эти какие цветы. В общем, целый стол цветов. Целый стол. Какая девочка тамада была изумительно. Она и тамада, она и певица. Голос такой прямо насыщенный, классный. А вот эта Илоночка, она выдает. Да вы что? Супер. Так, дальше пошли. Что у нас дальше было? Так, это было. Дальше. А, это Костя. Стол, посмотрите, какой стол. Чего здесь только не было. Вот это ее супруг Лерочкин. И Лера, оп, все, это мы их зафиксировали. Называется «Горько». И они, естественно, поцеловались. Так, детей убрать, пожалуйста. И все счастливые, он ее поздравляет с днем рождения. Вот еще раз. Оп, молодцы. Они любят друг друга и не стесняются, показывают нам. Ну, мы уже привыкшие, мы сами такие. Так. Это вот ее супруг. Дальше. Дальше что у нас по плану? Я же думаю, все вам покажу, все вам расскажу. Дальше Лерочка подошла, тут рассказывает что-то. Сестричка, а сестричка ее поздравляет. Сейчас. Вот, сейчас Лерочка. Энергия, которую ты даешь.
помогаешь людям. Пусть эта энергия не только наполняет их, она к тебе возвращается. От этих людей, от нас, пусть она к тебе возвращается и тебе обязательно питает. Люблю тебя, целую. Ух, ты наша сестра. Кровиночка. Так, вот, эта сестричка, родная сестричка, поздравила Лерочку. Дальше. Дальше ее поздравляет. Я, конечно, хочу, чтобы ты взяла рюмку. Кстати, эта девочка, сейчас она скажет, это наша девочка с дачи, Александра, как я уже говорила, она сейчас скажет, и потом она исполнит песню в честь Леры. Я хочу, Лер, чтобы в твоей пятерке, знаешь, наконец-то началось не просто работа, за которую ты постоянно гоняешься везде и все, чтобы ты наконец-то смогла со своим любимым человеком испытать новые ощущения и эмоции, поехать куда-то путешествовать. Чтобы было что вспомнить обязательно, чтобы тебя радовали, чтобы тебя никогда не огорчали твои дети, твои внуки, твой любимый человек. Чтобы ты всегда была такая же светлая, такая же яркая, позитивная. Чтобы ты минимум на даче, максимум на Мальдивах отдыхала, хорошо? Да. Я тебя люблю. Браво! Вот так вот. Так, дальше. И, кстати, сыночек ее тоже поздравил. И желаю много добра, счастья, радости и здоровья. Вот так. И детки поздравили, и все поздравили. Дальше что у нас? И вот девочка поет. Вот, ну, вы все знаете эту песню, поет. Изумительно поет, я уберу музыку, потому что, ну, чтобы не заблокировали нам. Видео хорошее, в общем, пела изумительно, просто как профессиональная певица, вот так она пела. И Лера, конечно, очень-очень была рада такому подарку. Вообще приятно, когда тебе еще поют, не просто там, а еще тебе поют. Вот, это потрясающе было. Так, дальше. Дальше у нас вот эта девочка пела просто потрясающе. И Екатерина Яковлевна вышла тоже в пляс. Голос изумительный. Вот. Ну, вы эту песню, наверное, тоже знаете. Дальше пошли. Тут все понятно. Дальше. Танцы, танцы и опять-таки танцы. Вот. Дальше цыганочка. Опа, здесь у нас другие танцы. Цыганочка и не только. Конкурсы были. Были еще и конкурсы. Давайте сейчас посмотрим. Это что? Так, это так, что-то быстренькое такое. Вот, тут тоже Лерочка выступает. Здесь тоже Лерочка выступает. Я старалась снимать, конечно, Лерочку, никогда мы выходили толпой, потому что это неинтересно, когда вся толпа. Это же день Лерен. Этот день посвящен Лерочке. Значит, снимать нужно Леру, для того, чтобы вот в памяти вот это видео осталось с Лерочкой, потому что это ее юбилей. И поэтому она звезда в этот день. Это ее день. Это ее вечер, и она должна быть королевой в этот вечер. И знаете, мне нравится, что все нас с полувзгляда... Это тоже опять Александра пела, наша девочка, которая с дачи. Это еще одну песню она исполнила в честь Леры. Поет исключительно, просто изумительно. И на русском, и на английском, и на украинском она пела. Дальше... Дальше, кстати, мне понравились очень конкурсы. О, значит, что это за конкурс был? Это, например, играет саксофон. И говорят, палочка идет по кругу, на ком палочка остановится, тот должен взять ее и исполнить, как будто бы ты играешь на саксофоне, имитацию. Вот, Лера играет на саксофоне. Там, оп, вот она, вроде бы как, видите, да? Раз, как будто бы на саксофоне она играет. Посмотрите, как у нее это получается. У каждого была палочка, каждый исполнял свое.
Сейчас я вам покажу еще кто как исполнял. Ой, смотрите, как Лера. Опа, это она на саксофоне играет. Все, дальше. Дальше Екатерина Яковлевна. Что ей попалось? Ей попалась игра на скрипке. И посмотрите, как Екатерина Яковлевна выдавала на скрипке. Оп-оп-оп-оп, там веселая песня была. И она вовсю выдавала вот так вот. И ей тоже очень понравилось. Кстати, у Екатерины Яковлевны уже 80-летие, вот будет юбилей. И, естественно, мы все вместе будем ей праздновать этот юбилей, поскольку она-то одинокая у нас. Поэтому нам надо будет подумать над этим. А этому парню сказали, что он всадник, что ли, да. И ему вот нужно как на коне проскакать на этой палочке. И вот он как конь скачет. Лера ему помогает. Ой, я не могу. Это, конечно, не день рождения. Это уматовый день рождения был. Уматовый. Представьте, с 4 часов дня... Мы сидели, ну, вечера, с 4 вечера, аж до часу где-то ночи. Да, мы с мужем уехали к часу. И еще люди все сидели. Мы же не последние, нет. Вот. И вот что-то этому парню сказали сделать. Тоже что-то. А, рок-н-ролл, станцевать и спеть. Ему сказали станцевать и спеть рок-н-ролл. Вот. И он пел. Или рок, или рок-н-ролл. И он должен был петь, как певец он пел, и танцевать. Вот. Это тоже наши гости. Дальше. Следующий, кто у нас должен был быть. Так. Кому-то еще что-то досталось. О, а это уже ламбада. Это уже надо было, чтобы именинница повела всех в ламбаду. И она повела свой паровозик. Вот все прицепились. Вот. Но это не все, конечно. Это самые такие активные, кто участвовал в этом конкурсе. И вот они. Опа! И она повела вот этот паровозик ламбада. Ну и вы знаете музыку ламбада. Та-да-да-да-дам, та-да-да-да-да-да-да-да-дам. Ну и так далее. Жалко, что в Ютубе нельзя почему-то музыку. А то было бы, конечно, намного интересней, веселей. Вот Костя, а впереди Костя, его сестричка, а сзади вот две сотрудницы Лерны. И парень, его супруга не выходила ни разу, что она не танцевала, я не знаю почему. А, он моряк, вот этот парень в белой рубашке, он с Костей... В одном экипаже. Они в море ходят. Он тоже моряк, как и Костя. Вот, они готовятся в рейс. Скоро в рейс пойдут. И вот этот в голубой футболочке, это с нашей дачи тоже. Это семья с нашей дачи, очень хорошие люди. Тоже очень близкие. Мы, ну, вот так, как мы сплотились. Вот эта девушка с белой стрижечкой, где не в белом свитере, нет, это Илона, а сбоку, ну, уже она вышла. Потом я вам ее покажу. Это ее Лераного сынули младшего, девушка. Так, дальше пошли. Это что у нас? Тут что-то тоже Лера вытворяла. Что-то она здесь вытворяла. Мне это понравилось, и опять-таки я зафиксировала. Я не снимала в основном, вот как толпа, знаете, танцует. Я это не снимала. Я снимала «Лера Королева». У меня... Это видео называется «Лера Королева». А, это цыганочка. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. А, нет, это Хава Нагия, да. Вот эта женщина, видите, вот, со стрижечкой. Это Лераной мамы покойной, царство ей небесное. Это ее подруга, ее мамы. Она приехала из Израиля на Лерен юбилей. И мы, вот эта песня была «Хава Нагия», пела девочка. «Хава Нагия». Знаете? «Хава Нагия, Хава Нагия». Это у нас на всех юбилеях, на всех свадьбах поется везде, поскольку Херсонщина и Одещина у нас у всех родственники в Израиле и вообще у нас у всех почти, в каждой семье. В каждой почти семье. Нет семьи, где бы не было родных или близких. Ну, понятно, раз у нас президент Зеленский, извините, у нас все. Поэтому
мне смешно, когда говорят, что у нас тут там национализм или еще что-то. Я-то понимаю, что это бред, что это чистая пропаганда, чистой воды. Вы же все слышите, как у нас говорят, да? Кто хочет на украинском, кто хочет на английском, кто хочет на русском языке. Вообще никогда не было никаких ни притеснений, ни проблем. Это все высосана проблема из пальца, раздута, разыграна эта карта, и люди какие-то, ну, глупые люди повелись, конечно. Представляете, какой стол бесподобный. Вот тут вот разные национальности, разные люди сидят абсолютно, и все мы рады, все мы довольны, все мы счастливы. И все мы собрались тут, все, абсолютно все тут собраны в честь вот этой вот изумительной девочки, которую зовут Лера. Это свет, это лучик, это такой человечек, что о ней никто никогда не может сказать плохого. Она никогда, вот бывает, никогда никому плохого ничего в этой жизни не сделала, а только хорошего. Это один из тех людей, которому, например, я ночью позвоню, сколько бы ни было, 2 часа ночи, час или сколько, и скажу: Лерочка, приезжай срочно. Она бросит все и приедет. Вот это что называется дружба. И еще, что я хочу сказать. Хоть она и не ходит со мной в церковь мою, да, она ходит в другую церковь, неважно, если надо будет, придет и в мою церковь. Но она в нашей церкви помогала в лагере, готовила. Все. И вот про нее сейчас... Уже это последние такие слова она говорила. Это ее мамы, еще раз повторяю, самая близкая подруга. Она приехала специально на юбилей к Лерочке из Израиля. Так, дальше что у нас? Следующая страничка у меня. А что за страничка? А, сейчас будет сценка. Смотрите, сейчас будет выступать... Даже мой супруг. Да, это именно та страничка, где выступает мой супруг. Итак, все готовы? Минуточку внимания. Дамы и господа, убедительно просим вас перед началом спектакля отключить ваши сотовые телефоны. Большое спасибо, приятного вам вечера. А сейчас вы увидите сказочку про принца Ивана. Это моряк. А потом из Костиного экипажа. На середину. Это мой муж. Это мой муж. И так любил он своего коня, что даже целовал. Белый конь мой на белом коне. Так любил, что целовал. А потом он его. Конь, целуй. А потом он коня. А потом конь его. Беру, оп. И вот они начали танцевать под эту музыку. I like you, move it, move it. Вот это вот. И вот они танцуют. Мой супруг. И вот этот вот парень, который из экипажа Костиного. Я не помню. Но он не капитан, нет. Костик, по-моему, помощник капитана. А этот парень, я не помню. Так, дальше. Ой. Девочка вышла. Девочка красивая пришла. Так, музыку нужно убрать. Вот опять музыка. В общем, и вышла, пришла там девочка какая-то.
Вот она вытанцовывает, шамаханская царица. Это переодетый парень, это друг семьи Лерочкиной. Это друзья, близкие друзья. Вот его переодели, там супруги пришли. Поет серенаду «Я стану руки твои целовать». Вот эту вот серенаду. Так. Руки целовать хватает за руки. А вы за что подумали? Он целовать руки собирался. Дальше. Вот. Ну, там Басков выступает. Под эту... хотел поцеловать ой, принцессу. И вышел. Кощей бессмертный вышел. И вот он с Кощеем только хотел поцеловать. И, естественно, лезгинка. Ну, какая же свадьба или какой же банкет или день рождения или юбилей без лезгинки? У нас не бывает. Я же говорю, у нас... Всех у нас любят, всех. Кстати, вот этот ресторан, близнец, скажем так, Наири. Мы обычно в Наири ездим, а вот это Восток. Это одна семья держит эти два ресторана. И Наири – армянский ресторан, и Восток – армянский ресторан. Одна семья. Наири, по-моему, там отец – директор, а здесь, на Востоке, на Восточном, это сын – директор. Очень хороший банкетный зал у них. Вот. Я люблю Наири, и я люблю очень Восток. Здесь дни рождения справляют многие люди, многие. Вот. Значит, он вступил в бой с Кощеем, да? Конь стоит, вон мой. Невеста ждет, пока он победит Кощея. Вот так вот они под лезгиночку дерутся. Мечами. В общем, с мечом у него ничего не вышло. Он вытащил пистолет, и с пистолетом у него сначала не получилось, потому что, ну, Кощей-то он не умирущий, чахлык не умирущий, поэтому он не умирал, не умирал. Но со второго, с третьего раза какими-то волшебными, совершенно непонятными пулями ему удалось победить нечисть. Врага победить удалось. Но, понимаете, в чем дело? Тут не все так просто, это же ведь сказка, сказка. Что произошло дальше? Дальше, да, он подошел и поцеловал невесту. Все, и они зажили счастливо. Но а Кощей что? Он же ж вроде бы как тоже жить хочет. И простить надо, уметь всех прощать. И вы думаете, просто так конь на втором плане стоял? Конь вот там вот стоит не просто так. Оказывается, конь, он, смотрите, он волшебный. И от его поцелуя, от его добра, вот он, видите, ножкой раз-раз землю побил, подошел. Лизнул Кощея, вот, лизнул Кощея, и все, и оживил, еще лизнул Кощея, и оживил, и Кощей ожил, все, он дал жизнь Кощею, и Кощей стал добрым, и перестал нападать на людей, и перестал нападать на эту страну. Вот так, вот такая вот сказка, что добро побеждает зло. Все счастливы, все живы, все здоровы. И вот мой супруг танцует, и сказки конец. Ну, кто слышал, кто слушал, тот и молодец. Вот так.
Все, на этом закончим. Так, дальше. А, здесь еще калы принесли. Видите, какие красивые калы. Так, ну и выходят на бис. Все поклонились, все. Очень веселый день рождения был, конечно, не передать. Это я вам так кусочками показываю. Стол великолепный, день рождения изумительный. Вот. И, конечно же, танец супруга и Лерочки. Обязательно. А как же? Вот они. А как же? Обязательно. Лера со своим супругом Константином. Вот наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. И я вам не скажу за всю Одессу. Вот они, посмотрите. Оп, оп, это они гопак. Гопак украинский. О. Слышите, да? Это украинские, чисто украинские танцы пошли, заводные. И очень хорошо танцует Константин Гопак вместе, как настоящий украинец, вместе с Лерочкой, украиночкой. Вот они. Без Гопака, естественно, не может быть у нас кабака. Без Гопака нет кабака. И они та-да-та, знаете, ну чисто украинский гопачок, я его напевать не буду. Вы можете включить гопак себе и смотреть на них, и вы увидите, что это действительно красиво получается. Так, вот они станцевали. Дальше. А дальше? Дальше, наверное, я отдельно пущу, потому что здесь могут и не разрешить, потому что здесь пел сын, может быть, я отдельно даже эти видео пущу. Вот здесь вот пел сын Лерочки, он мама, песню «Мама» пел для мамы специально. Он очень хорошо поет, и он пел для мамы специально песню. Может быть, я ее потом пущу вам. Так, сейчас я открою, тут собачка у меня. Так, дальше. Вот они. Он очень хорошо поет, Саша. Младший сын. Старший был на соревнованиях. Старший сын у Леры тренер, и он тренирует команду. Они уехали на соревнования. Вот, младший поцеловал мамочку, спел песенку, обнял. Вот так. Ну, младший и за старшего, и за себя, за всех, конечно, поздравил. Вот мамочку раз на ручки взял, понес. Да вы что вообще, конечно, умничка, так трогательно. Ну, и мама, конечно, рада. И мама рада. Так, он еще не одну песню исполнит. Он еще исполнит несколько песен. Так, а вот эта девочка, как она пела? Я не знаю, знаете такую песню или нет? Ее тоже зовут Лера. Вот. Знаете вот эту песню? Вот эту? Вот она пела изумительно эту песню. Вообще нигде, знаете, как не фальшивила. Четко нота в ноту, это нечто потрясающее. Красавица. Вот что Лерочка не выдержала и вот так вот ей прицепила орхидейку, по-моему, или какой-то цветочек. Вот так вот она и прицепила. Но Лера есть Лера. Вы знаете, вот это вот, она лучезарная. Вот больше ничего. Вот я ей дала такое вот название, которое ей больше всего соответствует. Лучезарная. Вот Лерочка, вот она просто лучезарная. А вот у этой девочки мама. Кстати, ради нее они уедут в Киев. И в Киеве эта девочка будет дальше и учиться, и вокалу, и профессионально уже, и английскому языку, и вообще профессионально. Они переезжают в Киев. Так, мама ее, сейчас вам покажу, где. Не, пела она, конечно, изумительно. Молодежь знает, что это за песня.
шикарно. Я там не выдержала, сама в пляс пошла. Поэтому у меня камера пошла ходуном. Так, давайте посмотрим дальше. Дальше девочка пела еще одну песню изумительную. Дальше еще одну песенку она пела всем. Так. Тоже все. А, и все танцевали. И все танцевали под эту песню. Вот Лерочка. А, здесь Лера продемонстрировала свои руки. Вот что я хотела показать. Какие у нее красивые украшения. Сейчас еще. Вот она всем покажет сейчас. Вот стол. Стол здесь. Вот такой вот стол у Леры. Вот Лерочка. И вот тут вот она показывает сейчас. Вот здесь у нас танцуют пары наши приглашенные. Стол, конечно, изумительный, просто изумительный на юбилей. Все друзья, все-все-все Лерины друзья, соседи. И посмотрите, посмотрите. Вот у Леры вот такие вот она показывает. Вот, очень красивый маникюр был. И с этим, он маникюр шикарный, вот так вот, вот так и вот так. Ну, это Лерочка ж. Это ж Лерочка, красавица. И всем она опять поцелуйчики, поцелуйчики, поцелуйчики. Так, дальше что у нас было? Дальше посмотрим следующую страничку. А, это наши мужчины танцевали под песню «А нам все равно, а нам все равно». Ну, вы знаете эту песню. И дубы-колдуны, и кого здесь только не было. Вот, который микрофон держит, это Костя, Лерин супруг. Рядом с Костей вон вытанцовывает, это мой супруг. Дальше, в белой рубашке, это Костин сотрудник, тоже в экипаже, моряк. Это Лерочка, вот с моряком сейчас. Вот тут вот наш сосед по даче один, а второй вот, видите, танцует рядом с моим супругом. Вот это Лерин, Лерин сын младший вытанцовывал сейчас. А вот который поет в голубой рубашечке, в голубой, это тоже он моряк, и плюс еще наши дачники они. Вот так, такая компашка. Попросили собраться только мужчин. И вот наши мужчины, ну не все, правда, здесь, но все равно вот наши мужчины вышли и танцуют. Ну и, конечно же, мой супруг тоже вытанцовывал. Дальше пошли. Следующее. Следующая страничка. А здесь девочка будет петь. Да, здесь будет песня. И опять-таки песня «Нельзя». И дарит опять-таки сын, дарит маме песню. Но здесь он, по-моему, поет акапеллу. Поэтому, может быть, и можно включить. Я не знаю, а капеллу можно включить? Ты у нас рулевой. Спасибо тебе, родной. И скромный, рулевой. Вот наш капитан. Вот наш капитан. Ага, это вообще, Костя к нам подошел. Спасибо за такой банкет. Понимаешь, как я снимаю? Ради бога, мне же... Родной, да потому что... Ну, я знаю, это же Костя все сделал для Лерочки. Спасибо тебе. Это самый главный в этом ее супруге. Он очень вот скромный. Наш капитан. Вот он наш капитан. Морячок мой, моряк. Вот, а это как раз Саша уже без музыки поет, просто. На украинском море. Так, дальше. Вот, на украинской мове. Дальше пошли. Потому что кто-то не понимает, поэтому дальше. И в заключении, конечно же, торт. Обязательно. Ну как же без торта? Посмотрите, какой тортик. Вы только гляньте, какой торт. Посмотрите, какой торт. Это написано любимой мамочке
от сына. Видите, мамочки, с днем рождения. Ну, не будем показывать цифры. Двухэтажный, шикарнейший торт. Вот он, сынуля, и вот он прыгает, он же пел для нее. И торт он для нее приготовил, мамочки, с днем рождения. Посмотрите, какой он ей торт заказал. Или трехъярусный, или двух. Я уже не помню, но очень высокий мамочке своей. Вот мамочке написано. Вот так вот, нашей Лерочке юбилей. Вот он очень рад, что и маме понравилось. Мама в шоке, все в шоке там, что сыночек вот такой вот тортик ей. И вот он раз ее, посмотрите, и сразу оп, и еще оп. Вот так вот он ее сразу покормил. Вот они, мои солнышки, такие хорошие. Такие вот у меня друзья. Ну, на этом я буду заканчивать. Я подробный отчет вам дала, где я была, где меня носило и что со мной, и кто со мной, и как. Все, все, все. Так что, дорогие мои, вот Лерочка, Лерочку поцеловала, потому что она ей, маленькая вот эта девочка, она ей столько песен подарила. Такая умничка вообще. Бесподобная девочка. Детки вообще тут были такие классные, класснёвые дети. Вот так вот. Ну, а елочку там уже, видно, разбирают. И поэтому елочка не совсем красивая. Девочка выступала потрясающе. Просто нам очень повезло. У нас, видите, и взрослые пели, и молодежь пела, и детки пели, и все было. И играли... спектакль, а вот Лерин младший сын со своей девушкой. Ну вот и все. Ну а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.